Начался новый день. Уже ребята съездили в магазин с выходной. И что мы видим? Особенно в конце. Опа. Ты на тяге посмотри, бархат. Пам-пам-пам-пам. Какие кроссовки, как ты считаешь? Просто моя. Блядь, вот так меня затронули, как в школе, блядь. Я жду, что перейдет. Красав, какую сторону на Дасте ворота должны открыты быть? Типа на повазе? Да. Нам или от нас? Если ты выходишь, видно грибы. Правильно. Это последний апдейт. Реклама с Counter-Strike везде, даже в метро. Counter-Strike — ассоциация со Спайдерменом, когда он поезд. Прикольная вещь Даска метро, то что здесь вагоны без водителя. Поэтому мы можем вот такой кадр сделать. Я думал, короче, хавн — это, типа, небо, а хавн — это, получается, гавань. Я, типа, гуглил название Копенгаген, они же говорят, это Копенхавен, что-то такое, это, короче, гавань купцов. Тим Спирит образовательный. Ага. Серег, ты был уже в Копенгагене раньше? Гулял? Ну, один раз я быстро освободился за 2 дня, на Air America даже, на парижский мейзер. Ай-яй-яй-яй. На пласте тоже недолго, Серега. На пласте чуть подольше, но мы успели здесь погулять. Мне здесь очень нравится. Мы идем в Христианию, Дань. Что это такое? Это район хипстерский. Там кофе, музыка и хипстеры. Это нам надо. Как ты относишься к хипстерам? Причисляешь ли ты себя к ним? Я не знаю. Что такое хипстеры? Это эти, у которых прическа, мусорный пакет, бородка, вейп, и они на гироскутере в рубашке черно-красной, типа клетчатой. Это эти челы? Походу, да. Так ебать. Это мои кенты. Ты первый раз сказал, что попробовал морепродукт. Что ты доел? Я не ел морепродукты до этого дня. То, что я пробовал первый раз, наверное, лобстера и лангустины с этими. Что там еще было? И поплывем. А кто будет капитаном корабля? Данек. Данек? Нет, Данька туда наверх отправим, чтобы он нам это маршрут показывал. Как их называют? Это Юнга. Юнга будет, да. Наверх вот отправим. Леня за штурвал и поехали. Я не знаю. Цареш Борисов. Нет, это мой любимый игрок. Это я не могу так поступить. Костя, ладно, давай лучше ты снимешь сцену с охуительным кейкапом у меня. О, нихуя себе. Вот откуда у тебя такой? Ты не видел, реально? Мы переехали в новый практис, и Леонид, когда залез под столик и вставлял USB-девайсы в USB-порты, как говорится, кинул в меня вот этот кейкап. Ты как раз в прошлом влоге сказал, что хочешь перейти в Imperial после Spirit. Да. Потому что они тебе эко дали зафармить? Да. Думаешь, в Imperial тоже тебе будет эко давать зафармить? Да. Там мои кореша работают. Винни, Зак, Бразилиан Донг, там 2 штуки. Чё? Лянь, ты куда? Я иду за щеткой для бороды. Это Зидан, блядь. Я сейчас чихнуть хотел. Да что ж такое? Донки какие-то залетают. Шапки, донки, что я сделаю, блядь? Такая общая разлагивание. Как общепит, блядь. И чё ты в тильте, блядь? Я же нереально в тильте, потому что... Ты мой компьютер проснулся на 11.11, и они проебали ситуацию, в которую выиграл, блядь, даже я со сломанной рукой. Это вообще бред. Это пиздец вообще. Думаю. Сейчас они из-за этого проебут игру просто. А я должен был выиграть 2-0, типа. Думаешь, это виновата игра, или виноваты компы, или с чем ты это связываешь? Я думаю, компы говно. Ну, типа, люди крашатся каждый день по несколько раз тут. Это плохо. На часах 10 утра. Куда мы идем? Мы идем в Royal Arena. Пешочек. Можешь показать даже. Медиадни на турнирах. Как думаешь, что еще будет? Да я думаю, мы на сцене. Не, взяла фотки, сцену посмотрим и, наверное, все. Но там небольшой мини-день, поэтому не самый тяжелый, можно сказать, скорее всего. Я пришел. Я подслушал. Меня снимают. А что у вас? Мое экранное время. Доброе утро, сегодня прекрасный день. Костян, ты его снимаешь, ты его экранное время. Не заплатил, что ли, блядь? Сереги все платят за игру в составе, я уже понял после вчерашнего. Костян секрет, тоже, да? Что ли, блядь, собирает даме? А с Двориса теперь двойная. Посмотри, кому похуй вообще. Кому? Двориса. Всем привет. Пока мы играем на мажоре, в телеграм-канале Team Spirit проводится розыгрыш крутых скинов.
Подписывайтесь на канал, жмите на кнопку «Участвовать». Результаты будут объявлены 6 апреля. Болейте за Team Spirit. Всем удачи. Доброе утро. Сколько ты тут людей знаешь? Ноль. Батя, да вот мы на этой арене будем играть, да? Опять мы в темноте. Это переход жесточайший, ребят. Тьма поглотила его. Это такая табличка к Dark Souls, там You Dead или что там пишут. Позвук такой жуткий. После такого и нет доверия тиммейтам, понимаете? Что случилось? Человек у нас остался снизу. Кому? Посмотри, Сигма пошел. Смотрите. Это как на экскурсии, типа все классы входят вместе, и вот один тип какой-то отклоняется от плана. А ты сам приехал? Вот он возродился. Да. Там за тобой поехали, тебя ищут в темноте, скорее всего. Она сейчас спустится и будет кричать «Чопер!» «Чопер!» Опа, смотри, мне звонят. А я не буду брать. Леня, а вы меня сами проебали. Не бери. Я не думаю не брать, реально. Алло, Владос, а вы где вообще? Я на улице, я не знаю, куда-то вышел вообще, непонятно. Ладно, шучу, Влад, я пойдем с вами, приезжай давай. Немножко шуточек с утра. Да, блядь, не надо моей шутки трогать. Да ну, блядь! Я ухожу от вас. Все, давай, это мое место. Так что? Но закончился медиадень. Снимать там, конечно же, было нельзя. Что было? Были съемки для интро на трансляцию перед игрой. Соло-фотки, командные фотки. Там толпой стояли нормально на фоне. Интервью с Борисом дали. Какие были Далее вопросы? Да, как обычно. Интересно было отвечать. Вопросы плюс-минус все это одни и то же, но ответили с кайфом, вроде нормально. Отлично. Да, с кимбатом, Мне 7. Либо 10 тысяч лайков. Либо я брею с новоса. Ты вместе с ним, Дань? Да. Нет. День игры. К отелю подъехали фанаты Виталити. Смотрите, какой тут движ. Лень, как тебе? Не знаю, что вру. Домой надо всех разогнать. Они мешают мне спать. То, что они делают, это очень круто. Респект таким фанатам. Неприятная ситуация сразу, что мы не могли играть. Но при этом, если посмотреть на Катовицу, посмотреть на турниры, которые мы играли до этого, мы показывали оптимальный свой кейс, когда мы не играли в целом. Поэтому тот опыт, который мы получали в Катовице, и тот опыт, который мы получали на прошлых турнирах, он должен работать сейчас. 2 дня ничего страшного в моем понимании, потому что до этого мы очень много работали перед мажором. И не думайте вообще абсолютно об этом, думайте только об игре и о том, чтобы вещи, которые происходили у нас в некоторых матчах, не захлебывайтесь в эмоциях. Просто вот мы проговаривали там друг другу не говорить «успокойся», когда Леня остается, не говорить ему «под руку». И все вот эти вещи, чтобы мы сидели, играли и наслаждались просто турниром. Я надеюсь, действительно, у нас получится турниром насладиться. Посмотрим, там, что на сцене будет происходить там, в плане вообще, ну, всей вот этой атмосферы, в плане фанатов и так далее. Но, парни, я просто хочу напомнить, что на самом деле это же у нас, ну, подготовка к важным действительно вещам. Давайте, собственно, ну, стремиться получить максимальный опыт, как количественно, так и качественно, чтобы, собственно, мы свою игру тренировали, развивали и, собственно, в этом даче зашли, ну, в максимальной форме, на пике, скажем так. Вот, поэтому об этом не забывайте и давайте четко нашу игру отыгрывать сегодня вечером. И без каких-либо ожиданий. Заходим играть в КС, делаем то, что мы любим. Мы круто работали, во всех верю, все зайди. Так, а что сейчас делать? Сейчас. Это Кратос. Бог войны. А? Пока ребята доигрывают последние праки перед матчем с Фейс, я пришел на арену пораньше, чтобы посмотреть на церемонию открытия и, конечно, посмотреть на то, чем тут развлекают народ, а в частности на магазин, где впервые в истории мажоров продаются джерси Spirit. Hello. Hi. So, how are the jerseys selling? Spirit ones. Very good. As you can see on the table, only small and medium left. На арене очень много наших болельщиков, которые в наших джерси уже. Hello. What's your name? Elias. Elias, where are you from? Norway. Norway, that's nice. So, you're a Spirit fan from Norway. Yeah. That's interesting. How come do you support Spirit? So, I've been following the CS2 scene for quite a while. And I've just come across the Spirit and Donk, and he's the best I've ever seen. I've been converted to become a Spirit fan, yeah, without a doubt. That's sick, that's sick. How do you think the phase game is going to end? Is it going to be smooth sailing, or is it going to be a hard victory? Well, you saw in the final, they won quite easily. Yeah. So I hope it's going to be a close call, but if Donk performs as he did in the final,
it's going to be a smooth sailing. So, right. But I hope it's going to be a 2-1 victory to Spirit, and that Rain performs well as well. Oh, I like that. Yeah, competitive. Yeah, yeah. I guess so. Thank you for supporting Spirit. Thank you. Так, остались считанные минуты до нашего выезда на арену. Мирик, расскажи, как прошел перерыв между групповым этапом и плей-оффом? Так, ну первый день у нас был выходной, потому что почему бы нет, слишком много дней. Мы ездили смотреть город. Как тебе город? Как город? Ну, ничего интересного, он супер обычный, просто чисто. Потом у нас был день праков, потом у нас был еще один, по-моему, день праков. Потом Леня заболел, у нас не было ничего. Потом я заболел, у нас не было ничего. Как самочувствие сейчас у тебя и у Лёни? Удовлетворительное, можно так сказать. А что с тобой было не так? Температура? Температура и просто слабость. Ну, типа, температура такая 37,5, но... Неприятно. Типа, играть так тяжело. Ну, как ты играл сегодня? Ну, жарковато немножко, но так еще нормально. Лёнь, да, что это за святой человек? И рюкзак мой взял. И снялся. Нет, Сань, вот на том басике, на котором мы ехали, обратно. А ты прикинь, у нас винтажер вот такие песни отпоет. Я офигел, это не хорошая песня. Фабрик, это офигенная песня. Какой мне трек нравится? Вот этот. Какой? Как он называется? Я же не знаю. Воздух, он самый популярный. Воздух. Алик, положение. Представляешь, какой у него голос охуенный? У него вчера еще концерт был в Белграде. Я знаю. Кость говорит, в отпуск уйду. Я говорю, пожалуйста, что ты, типа, отдыхать поедешь? Он такой, не, я в тур. Нормально вообще. О, пошел. Все, пора, пора на вет. И Данек сорвался. Вот это вето. Ну я знал, они Вертига оставили. Первая Мираж, дальше Нюк и Вертига. Они убрали Анубис в Аверпас. Ждали этого? Ну, нет, то, что они вторую волну не уберут Вертига, я не ждал. Я Вертига ждал. Это интересно будет. Я ждал Вертига. Не, реально ждал Вертига. Серега, ну что ты не пикнул его? Ну, Серега, пикни Вертига. Серега, ну пикай Вертига, блядь, их разъебу. Расскажи про этот мемчик, Дань, нашим зрителям. Про мем с копьем. Я не помню, берем любого самого дефолтного крестьянина, обучаем его копью. И он затыкает любого самого опытного бойца. 10-15 лет чего воевал. Тык-тык-тык-тык-тык, попал в глаз. Привет, парни, удачи. Ну, мнение. Это Дарт Вейдер? Это бронированный чел. Это, бля, Джокер Нау. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Крим. Я себя чувствую, как, бля, из картона вырезал поделку. Я с этой хуйней самый уверенный человек в мире. Короче, пацаны, сразу говорю, пиздец, игра важна. Должны победить, должны выиграть 2-0. Вот просто должны прям, блядь, в кровь из носа. Парни, вы же понимаете, что все хуйня. Мы никому ничего не должны. Единственное, ради чего мы сюда приехали, это кайфово играть. Наслаждаться нашей игрой. Делать то, что мы умеем. Сыграем качественно, победа просто вопрос последствий. Вот и все. Давайте играть нашу игру. Играть спокойно, играть уверенно, играть все вместе. Просто, спокойно и четко то, что мы умеем делать. Если делаем четко, уверенно, как одно целое, как команда. Наслаждаемся игрой, готовимся к подум даче и кайфуем. Холодной головой горит синий спирт. Team Spirit! Слышь, накал? Предвкушение чувствую. And now, taking advantage of Economical, a couple of flashes from Carrigan. Oh, they got the pump. Oh, they did. They just snuck it away. Just like that. Guarantee. Shiro hears him. And down he goes. Save. Hayes might be bottoming out without the save place. To deal with him from market. Putting pressure. From the headshot there. Averted Dave for a moment. He could do more. He certainly could do more. Oh, that's a nice angle. The 1v1. Got him. Found one with his US pit on. He's gonna take two. Chopper's getting run down. Oh! Starts his crawl into A. Carrigan, the one to claw him. He's broke. He's live next on the line. CT's gonna need the money, but Dom needs the. Wanting to bait him into the fight, you can see that. Frozen making noise, so Dom's. What? That was a Glock? Baited by Rain and.
Austin trigger discipline here on Shiro. This is naughty by Brokey, and what a long range burst. It's Brokey to close it out. Face grab with a statement. Я скажу так, смотрите, игра, возможно, складывается где-то тяжело, да, мы там въебываемся по экономике, въебываемся в микре, чуть не везет, да, но чувствуется, что запала не хватает, заряжайте друг друга. Это мажор, гол ебашит. Просто мы сидим, как будто такие, немного просевшие. Да, это не должно значить, что мы там 4-2 бежим в них, просто поувереннее в наш КС и пободрее в тимспике. Просто пободрее, заведитесь, мы их сейчас хуярим, дальше коронная вертика. Давайте, погнали, драконы! Тим! Вперед, драконы! Поехали! Весело и жестко! Let's go! God, Flash Zoptix, he finds the headshot. And now Shiro, he's got another. And a 4-3. Unison, Brokey readies himself for the clutch. Not to be dunked, but he's overlooked him. WP Brokey, got one frag. I think they're going to keep it that way. Another difficult clear, runs to his demise. And so this is uncomfortable for FaZe. Dunk versus Carrigan, I think this determines the whole thing. 15 seconds, you've got to find 4. 3 seconds, 2 seconds, Shiro holds on. Nice with it. Thinks twice and burnt down. Gondor, he'd have to go wide. He's covered nice. To Magics, that's a big one. Frozen. The Carrigan has to do more than one. Can't. Otherwise, the 12th round is coming. The team spirit. Oh, he's just looked away. Rain deleted. Running at them. There's another from Magics. There's some impact for you. Lobby crunch. And now Frozen. Oh. 3. And a half frags from Frozen, but it doesn't matter. It doesn't matter. We go to Vertigo. Team spirit resilient on the quarterfinal stage, and a third map required. У вас просто огромные яйца. Просто огромные яйца у всех. Как я говорю, за улицу запушил. Это пиздец, Данек. Серег, пока собираешься с мыслями. Кто придумал колку зажимать лобби в том раунде? Мирослав. Это просто. Последний раунд тоже Мирик распылил. Мне тяжело пока что. Что-то, блядь. Не знаю. Не в игре. Не хватает меня. Я там на Мираже ошибся, сука, блядь. Ну на Нюке я не то что ошибался, меня просто ебут, блядь. Рейн жестко. Captain versus captain to start off map 3. It's Carrigan to take it. Oh, he's got caught, covered. Necessary cover there from Brokey, but Donk will reveal that AK. It's all very short-lived. Oh, he's actually been given the plan. Oh no, no, he won't. Frozen. There's no one here. Silently creeping. Brokey now with a fast get across. Oh no! Oh no! To Sinansky, he's found the first. It's big from Shiro, goes wide for it. Or are they not? They are starting to move. Tickle on the bar. The Orbup. Rops will meet Donk. Chopper, 6 bullets. 6 bullets is all he needs. Unless Magic's one more bullet, he extends. Unless we make it to overtime, and this push from Zoptix, the fact that he played to contain, the fact that he hit that one, he's a body shot specialist. Really clean. Carrigan has been on some. Ooh, the flash was good. Go for a hand. They try and isolate Magic, but he stands his ground. So does Donk. Do not surrender. Oh, a Magic team spirit. We need more. It delivers. It gives us the entertaining Counter-Strike that we're looking for. But if their mental gets tested. Yeah. And now completely. Kit Zoptix, can you hold your nerve? He's been having a tough time, and he still holds his nerve. Go wrong. Zoptix down. 5 seconds. Kira! К сожалению, наш путь на мажоре закончился. Мы только что проиграли очень близкую игру. 16-14 на финальной карте, после того, как оформили нереальный камбэк. Я общую фразу скажу касаемо турнира. Болезненное поражение, когда ты камбэкаешь игру с учетом там 1-6, по-моему, или 1-6. Да. За это огромное спасибо, и вы огромные молодцы, то, что мы камбэкнули такую игру. Я не хочу даваться подробности, там, Мираж, Эншн,
далее. Я не про это. Все было пиздато, Серег, все молодец. Было, если смотреть месяц назад, то, что мы обсуждали, да, мы строили планы, чтобы расти турниры к турниру, не ставить какие-то задачи без каких-либо ожиданий. Сегодня не повезло. Так бывает. Какие-то детали обсуждать нет смысла. Все молодцы. Это в любом случае неплохой турнир для нас. Где-то обстоятельства, да, поднастраивали. Но при этом нам явно показали, что нам нужно продолжать работу над этой картой. 2 месяца назад мы собрались, говорили про плыву. Задали очень высокую планку, мы выиграли тир-1 турнир. Мы приехали, прошлись по РМР, здесь выиграли 3-0, да, прошлись группу. Проиграли супер близкий матч, да, болезнь, нужно сделать правильно и идти дальше. Ничего страшного не произошло.